Теперь прогуляться по городу из любой точки земного шара – реальность. Бобруйские школьники в течение года трудились над электронным экскурсом. Идея принадлежит третьей гимназии. Сбором информации занялись учащиеся 28-й и 21-й школ. Как итог совместной работы – полезный и познавательный сайт. Идея создания этого проекта у нас возникла намного раньше. У нас было несколько виртуальных экскурсий по нашему городу, и возникла необходимость их всех скомпоновать в один общий сайт на одну какую-то платформу. Так и появилась идея создания нашего проекта. С помощью гида можно заглянуть в каждый уголок города на Березине, узнать интересные факты, пройтись по знаковым местам, увидеть историко-культурные ценности, окунуться в промышленный туризм и открыть свой гастрономический Бобруйск. Грандиозный проект в каком плане? Что все начиналось с разработки макета сайта, выбора платформы, подбора материалов, разработки этих экскурсий. То есть в этом проекте участвовало очень много людей. В ближайшее время в городе пройдет международный фестиваль народного творчества «Венок дружбы». В Бобруйске высадится творческий десант со всего мира. С помощью портала гости смогут интересно провести время. Удобен этот сайт для тех, кто, например, впервые в нашем Бобруйске, потому что там есть интерактивная карта, на которой размещены самые важные наши культурные объекты. Лично я скажу, я много узнал чего нового благодаря этому проекту. В планах у разработчиков сделать гид мобильным приложением, ведь Бобруйск знают далеко за пределами Белоруссии. И дело не только в богатой истории. Здесь кипит насыщенная жизнь – общественная, промышленная, культурная, спортивная, туристическая. Юлия Вернер, Никита Швайковский, Станислав Чичерин, Бобруйск 360.